Десятая миссия «Снайпер. Путь мести. Старый монастырь». Самый сложный пока что эпизод в этой игре. Какой-то монастырь. Где исповедальня? Я ваш снайпер. Фига себе. Он умер, что ли? Так, тут лучше, наверное, автомат взять. Так, давайте подлечимся. Пара перевязочных пакетов есть. Реально сложный уровень, скажу я вам. Пишет снайпер, имеет этот монастырь. А снайпер убивает с одного, ну, с двух попаданий. О, одного, кстати, завалил. Удачную я выбрал позицию, видимо. По идее, я его планировал не так убирать. Одного снайпера валю, там второй должен быть. Вон он. Так, второй снайпер есть, отлично. Так, вот там меня поджидает еще один снайпер. Блять, не вовремя я с этим инвентарем полез. Вон снайпер в красном. Так, кажется, снайпер мертв. Так, вальнул снайпера, подлечиться снова. Так, у нас, кстати, закончились. Так, лечиться с помощью алкоголя я не хочу. Так, у меня патроны к автомату заканчиваются. Так, давайте перевооружимся тогда на пистолет вот этот. На пулемет, вернее. Лазерным прицелом. П-90 называется. Кстати, вот там вот враги обычно появляются. Они, видимо, видят мой лазерный прицел и бегут на него. По-другому я не могу объяснить. Почему они все время появляются, стоит мне туда посмотреть. Но самое сложное впереди. После того, как... Вот эта пушка, она очень быстро валит. Хорошая вещь. Но у меня мало к ней патронов. Ее надо на концовку оставить. Так что я пока что от нее ее спрячу на концовку. Там придут очень серьезные ребята в пиджаках. Они стреляют вообще без промахов. Так, у меня здоровье. Караул. Так, два больших аптечных пакета применил. Патроны подбираем. Господи, эти голуби огромные, меня еще пугают. Так, здесь тоже снайпер был, да, получается? Так, мне надо собрать все аптечки, которые вот на этой арене лежат. Собираем аптечки, бинты. Там еще аптечки. Тут я убрал снайперов, но у меня, видимо, максимальное количество патронов, да. Максимальное количество патронов. Сейчас нужно встретиться с женщиной. Томной блондинкой. Тут же еще и любовная история есть в этой игре, правильно? Вот, сейчас мы ее встретим. И после этого начнет самый сложный момент. Добраться до выхода. Добраться до выхода, когда... Эй, здоровяк, обернись. Ну, здравствуй, пионерка. Чего ты хочешь, милая? Меня зовут Стелла. Ты плохой наемный убийца, если даже не смог услышать, что я за твоей спиной. Я работаю с меньшей осмотрительностью, чем большинство наемных убийц. Ха, можно сказать, совсем без оглядки. Ты убил здесь половину подонков. Это не бизнес, это личное.
Они называют меня снайпер. Доминик. Я слышала о тебе. Ты не кажешься мне опасным, друга. Полагаю, опасность – мое второе я. И я ищу способ, как бы продемонстрировать его Дону Бейзелю. Главарю банды? Ты не столь умен, как кажешься. Уже загадал последнее желание? Обалденное чувство юмора. Послушай, он здесь или нет? Нет, его здесь нет. Он мертв. И ты, возможно, тоже умрешь, если не позаботишься о себе. Кто его убил? Это была мощная разборка. Его завалил Дон Марио. Взял под крыло его бизнес. Марио? Интересный парень. У него половина торчков города в кармане. Ты знаешь, где я могу его найти? Может быть, я смогу помочь? Встретиться со мной в таверне «Яблочко» через час. Звучит интересно. Возможно, я приду. Удачи, милый. Так, встретиться с ней через час в таверне «Яблочко». Самое сложное — это добраться сейчас до... Нам сейчас нужно добраться до выхода с этой локации, а это очень сложно. Сейчас появятся очень опаснейшие типы в пиджаках, которые убивают просто моментально. Слушайте, лучше идти поверху, я думаю, потому что понизу я слишком как на ладони. Повыше забраться. Опаснейшие типы. Они буквально валят с одной-двух очередей. Причем с огромной дистанции, то есть они не промахиваются. Страшно, мне уже страшно, я же без сохранения играю. В прошлый раз вот здесь появился. Так, вот здесь вот, я не знаю, снайперку надо. Казалось ли, там кто-то бегает, нет? Страшно, аж жуть. Я даже на корточках буду перемещаться. Блять! Сука! Там второй сейчас может прибежать. Сука! Бинты мне! Так, патроны... Нет, патроны пока еще есть. Они убивают мгновенно. Двух я положил. Там должно быть три. Три точно есть, потому что два — это маловато будет. Блять. Вот видите, что творит? Блять. Сука. Они просто нереально свирепые. Так, бинт срочно. И это тоже еще не все наверняка. Вон он, еще один ублюдок. Попробуем снайперкой. Сука, два выстрела и все. Хрена с два ему. Еще два бинта применяю. Я дважды в него попал, и он, видите, живучий все равно. Блять, их вообще ничего не берет. Сколько ж в него? Я сколько? 5-6 под... Обычные типы мрут с одного выстрела. Снайперской винтовки. Так, подлатался. Все бинты потратил. Надеюсь, это все? Мне надо туда. Там страшно. Ну что, кажется, прошли.